Хочу отметить, что у нас нет в природе ценных бумаг с минимальным риском. Второе, у нас нет в государственных облигациях обеспеченной гарантии. Государственные облигации априори являются необеспеченными. Могу напомнить 1998 год, когда правительство построили из государственных краткосрочных облигаций финансовую пирамиду, и эта пирамида обанкротила всех ее вкладчиков, тех, кто решил инвестировать якобы в безопасные ценные бумаги. К сожалению, Россия относится к группе стран с повышенным инвестиционным риском, хотя это не мешает западным спекулятивным фондам инвестировать в наши облигации федерального займа. Но говоря о таких важных вещах, как материнский капитал, я бы все-таки постерегся.